На протяжении почти 2 лет меры по решению этих проблем не принимались. Районные власти, как сообщают жильцы, бездействовали, а застройщик данного дома, который по закону несет гарантийные обязательства на протяжении 5 лет, несмотря на жалобы жителей, недостатки не устранял. Ничего не изменилось. А что? Что конкретно? У нас сырость, промерзает угол в кухне, в комнате тоже плесень пошла. Батареи бегут. Комиссий было вообще много. Каждый день новые приходят, а делать-то никто ничего не делает. Что эту септику у нас откачивают, ездят, а больше ничего не делают. За разъяснениями активисты ОНФ обратились к Борису Петрову, генеральному директору фирмы-застройщика «Магистраль ИК». В этом доме до конца недели, на этой неделе, сделаем утепление крыши еще. Радиаторы заказали. Подойдут радиаторы, поменяем во всех квартирах. И сегодня сделаем вентиляцию в 16-й квартире. И девушек сегодня привезли, чтобы они все эти трещины, которые есть, замажут. Глава района Сергей Герасименко слова гендиректора магистрали ИК подтвердил и сообщил, что параллельно идет работа с жильцами, у которых образовался долг перед управляющей компанией за коммунальные услуги. В ближайшее время дом перейдет на баланс городской администрации. Наверное, с недостатками все равно передадим, но те замечания, которые будут, мы от них ни в коей мере не отказываемся, будем помогать и устранять их. С застройщиком работать будем. Лариса Драгункина, Светлана Пестерева, информационное агентство «Курган.ру».